Иришка, ты где? Ирка, что с тобой? Ирочка, что с тобой? Ирочка. Эх, Ирка, я ведь тебя предупреждал. Так, расскажите, что вы видели? Хорошо. Я проходила по улице и увидела, как отъезжала какая-то машина. Да вон это я тебе. Больше никому. Ну что, подозреваешь его? Грузим? Давай. Максим Александрович, я вынужден вас задержать. В каком смысле? А, я понял. Убийцу настоящего нашли. А если бы вам позвонил кто-то другой, вы бы его подозревать стали? Молодцы. Максим Александрович, подозревать и обвинять я вас буду тогда, когда опрошу. А пока, Максим Александрович, я в нашем месте так не нервничал. В конце концов, следов взлома не обнаружено. Следов насилия на теле жертвы тоже. Смерть наступила при падении от удара об угол камина. Вы у нас просто единственный подозреваемый. Хорошо, я все понял. Тихо, тихо. Да мне позвонить нужно. Позвонишь. Кому? Одной женщине. Это исключено. Да это няня моего племянника. У него же нет никого, кроме меня. Мужики, пожалуйста, будьте людьми. Ну хорошо, звонить, только быстро. Алло. Катя, это Макс. Вы ради бога извините, что я вам звоню после всего, но... Что случилось? Понимаете, Ира, она... Ира мертва. Ирина мертва? Катенька, у меня к вам одна большая просьба. Я прошу вас, побудьте какое-то время с Илюшей. Хорошо. Да, и передайте ему, что... Что я люблю его. Конечно. Ира, открой, это, наверное, няня пришла. Открой сам. Ира, если ты не откроешь, она уйдет. Новую наймешь. Здравствуйте, проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Максим Александрович? Да, вы, простите. Катя, няня. Катя, очень приятно. Катя, вон там по коридору комната Илюши. Он еще спит. Следующая комната ваша. Но остальное вам жена покажет, хорошо? Угу. Вы меня, ради бога, извините, я тороплюсь. Располагайтесь.
Угу. Всего хорошего. А вы рекомендации будете смотреть? Рекомендации? Вы знаете, я возьму их с собой на работу. Угу. Потом посмотрю. Хорошо. Ирина, няня пришла. Встреть, пожалуйста. Пока-пока. Всего доброго. Привет. Я Катя, твоя новая няня. Ты, значит, Илья? Очень приятно. У тебя классная комната. Кто обставлял? Твоя мама, наверное. Ты всех так встречаешь? Здравствуйте. Меня зовут Ирина Владимировна, я жена Максима Александровича. Очень приятно. Екатерина Викторовна. А ты почему еще в постели? Будешь валяться, опоздаешь в школу. Не кричи на меня. Разрешите, я приступлю к своим обязанностям. Что? Ах, да. Здесь теперь есть, кому заняться твоим воспитанием. Правда, надолго ли? Это твоя мама? Нет, конечно. Это моя тетка. Правда? Ты ничего не знаешь? Вообще-то почти ничего. Максим – мой родной дядька. Это ведьма, его жена. Терпеть меня не может. А ты уже четвертая няня, пока я здесь. А мама? Мама умерла. Я тебе очень сочувствую. Я ее почти не видел. Она погибла в автокатастрофе. Ладно, ты отвернись. Я буду переодеваться. В школу пора. Может, я выйду? Да не нужно, я быстро оденусь. А ты пока книжки посмотри. Занятная у тебя библиотека. А папа у тебя? Нету. Кто такая любопытная? Меня в капусте нашли. Просто знакомлюсь с тобой. А давно ты здесь живешь? Полгода уже. Дядя хоть и родной, но строгий. Вечно на работе. Постоянно торопится куда-то. Тетка его не любит. Я это точно знаю. Вот такие вот дела. Все, я уже оделся. Можешь поворачиваться. А откуда ты знаешь, что не любит? Как будто не видно. Она с ним из-за денег. Думаешь, я маленький, ничего не понимаю. Ты, кстати, здорово ее отшила. Она даже не придумала, что тебе ответить. Но ты и умник. Не думала, что дети бывают такие. Всезнайки. Ладно, пойдем завтракать, а то точно в школу опоздаешь. Привет дорогому начальству. Зачем звал? Заходи. Ну что, по-моему, нас можно поздравить. Что, прислали договор? Да, только что. Ты знаешь, я проверил, по-моему, все отлично. Но ты на всякий случай дай-ка нашим юристам, пусть разочек глянут. Угу. И если все в порядке, то будем подписывать. Угу. Конечно, все сделаю. Ну, молодец, Макс. Ты у нас голова. Да ладно скромничать. Если бы не ты, не твои таланты, ничего бы у нас не получилось. Да ладно. Ну что, подпишем и устроим небольшой праздник?
Запросто. Как у тебя дела в школе? Как оценки? Нормально вроде. Сегодня задали кучу всего. Помощь нужна? Да нет, сам справлюсь. А ты почему няня устроилась, а не каким-нибудь стоматологом? Ну, не знаю. Каждый находит свое место в жизни. Вот мне, например, нравится быть няней. Понятно. А вот я хочу быть бизнесменом, как мой дядя. О, бизнесмен – это круто. А какое у него дело? Чем он занимается? Рекламная кампания. Вот так. Слышал, прибыльное дело. Говорила же я, что ты умный у меня. Я не только умный, но еще и быстрый. Давай, попробуй, догони. Вот сорванец. Илья, иди руки мыть. Сейчас. Илья, я сколько раз тебе говорила, чтобы ты не носился по квартире? Я думал, тебя нет дома. А что, если мне нет, то можно квартиру разнести? Мне кажется, он не сделал ничего плохого. Вы что, будете учить меня, как мне себя вести в собственном доме? Илья, иди к себе в комнату. Даже и не думала. Просто... Просто подумала. Послушай меня, девочка. Тебя взяли сюда нянькой. А просто думай, ты будешь в другом месте, и задача твоя — смотреть за ребенком. Вам за это деньги платят. Екатерина Викторовна. Делайте ставки, пожалуйста. Ставки сделаны, ставок больше нет. Выиграла 35 черная. Черт, черт! Делайте ставки, пожалуйста. Заканчивай, ты и так много проиграла. Я в последний раз. А вдруг мне сейчас повезет? Ставок нет, спасибо. Как все вкусно. А мы сегодня после школы искать и в парк ходили. Катя обещала, что мы еще туда пойдем. А ты с нами пойдешь? Ну, а почему нет? Прогулки на свежем воздухе – это всегда хорошо. Катенька, скажите, а где Ирина? Максим Александрович, она уехала, не сказала куда. Понятно. Илюшенька, прекрати, пожалуйста. Илья, я кому сказал? А ты сейчас в комнату свою пойдешь. Илюша, перестань. Я же не мешаю ему есть.
Максим Александрович, почему вы срываетесь на мальчике? Он вас так ждал. Хотел рассказать, как мы гуляли. А вы его не дослушали, обидели. Это унижает его. А чего вы взяли, что я хотел его обидеть? Я просто хотел, чтобы он прилично вел себя за столом. Ну да, конечно. Чтобы он сидел и как истукан повторял. Да, дядя, нет, дядя. Он так тянется к вам. А вы его отталкиваете. А с чего вы взяли, что я его отталкиваю? Со стороны виднее. Катенька, вы не моя няня. Я говорю это, заботясь о мальчике. Катюша, знаете, вы забываетесь. Вам что, мало Илюша в качестве объекта воспитания? Вы здесь всего лишь первый день на работе. И знаете, похоже, уже начинаете надоедать. Почему вы так со мной разговариваете? Ну, давайте. Поделитесь со мной своим богатым педагогическим опытом. Да вы... Да что я? Я весь внимание. Мне кажется, тебе пора остановиться. Ты стал слишком много проигрывать. А ты что, беспокоишься о моих деньгах? Стоп. О своих. Ну, раз уж ты берешь у меня в долг, я должен быть уверен, что ты вернешь деньги. Я отдам. Тем более, что вы с Максимом, кажется, стали преуспевать. А у меня есть акции. Но это на тот случай, если он мне денег не даст. Не пустит же он свою жену по миру. Можно заложить акции. Взять под них кредит. У меня есть знакомый банкир. Если хочешь, я договорюсь с минимальным процентом. Я подумаю. Что-то, мне кажется, погода как-то портит. Не знаю, я сегодня даже успела сгореть. Макс, а почему ты до сих пор не представил меня нашей прекрасной таинственной незнакомке? Ах да, извините. Это Олег, мой друг, компаньон. Катя, няня Ильи. Очень приятно. То есть вы та самая Катя, которая нашла общий язык с Илюшей. Я скажу вам по большому секрету, что Макс вами очень доволен, не говоря уже об Илюше. Ну что, выпьем за прекрасных дам? Катенька, вы уже... Спасибо, я поел. Почувствовали диктаторскую сущность этой семейки? Олег, что ты несешь? Зачем ты девушке голову морочишь? Ну да, повод был, но все оказалось не так запущено. А это вы, простите, о чем? Знаете, что я вам скажу, друзья? По-моему, шашлык удался. И знаете почему? Мне кажется, Макс, потому что у тебя был просто незаменимый помощник. Или я ошибаюсь? Вы знаете, вот уж чего у Максима не отнять, так этого кулинарного таланта. Жаль только, что вот он применяет его очень редко. Ладно, льстите. Я сегодня добрый. Катенька, ну почему вы молчите? Вы знаете, все настолько вкусно, не могу оторваться. Браво. А что это у тебя за дамский браслетик? А, дружище? Дамы, заткните уши. Шутка. Это Фенечка. Фенечка. Ах, Фенечка. Да. А вы знаете, Олег у нас всегда отличался изяществом формы и содержания. Угу. Вам нравится? Хотите посмотреть? Да. Очень красивая вещь. Спасибо.
Мы уже 15 лет на рынке. Да, мы знаем. Прекрасно. Да, конечно. Я предлагаю выпить. Спасибо. Надеюсь, сотрудничество наше будет успешным. Спасибо вам. Давайте. Спасибо. За партнерство. Да? За партнерство. Давайте. Развиваться. Я тебя умоляю. Давайте выпьем, господа, у меня есть тост. Слушай, подойди к Ирине, я тут разберусь, ладно? Думаю, ничего страшного, я посмотрю за ней. Извините. Нет, да, да. К черту. А вы очень мил. Засмущала парня. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Познакомьтесь, это мой друг, кстати, тоже пока свободен. Очень приятно. Пойдем, пойдем. В стороночку отойдем. Извините нас. Ира, ты в порядке? В полном. У меня вопрос. Почему этим интересуешься ты? Я просто не вижу рядом с собой моего прекрасного мужа! Ч-ч-ч-ч. Он сейчас поговорит с людьми и подойдет. Ира, у нас очень важная сделка. Очень? Да. Вот только жена всегда в последнюю очередь. Виски! Много не пей. Он сейчас подойдет. Ваше здоровье, Олег Борисович. Она у барной стойки. Подойди, успокой ее. Я сейчас на одну минуточку к бару. Ира, тебе плохо? Мне хорошо. А если ты дашь мне денег, мне будет просто отлично. Какие деньги? Что ты кричишь? Мы здесь не одни. Мне нужны мои деньги. Много денег! Для скандала самый удачный момент выбрала. Руки свои убери! У тебя никогда нет на меня времени. Ты то свои договора подписываешь, то детей чужих усыновляешь. Успокойся, потом поговорим. А сейчас домой поехали. Не надо! Я сама справлюсь. Извините. Ничего, бывает. Играем! Не переживай, я отвезу ее. Буду через час. Спасибо. Мы уже распродали тираж в 5000 экземпляров. Намереваемся продолжить наше сотрудничество. Оно обещает быть весьма-весьма плодотворным. Вы уже начали свою новую книгу? Да. Кое-что уже есть. И каков сюжет? О чем? В некотором роде история современной Джейн Эйр. Как интересно. И бедная няня непременно влюбится в своего работодателя. Конечно. Замечательно. Пишите. Пишите, у вас 2 месяца. Вы, как всегда, очаровательны. Спасибо. А не поужинать ли нам? Как-нибудь с удовольствием. Пора бежать. Спасибо вам большое. До свидания.
Тихо. Пойдем, пойдем. Заходи, аккуратнее. Как ты думаешь, он после казино вчера ничего не заподозрил? Ты слышала вопрос? Да вроде бы нет. Я сказала, что я с подружкой была. Как насчет сегодня немного поиграть? А? Ну так че сегодня? Давай прямо сейчас поиграем. Давай. Ну, нет, иди сюда. Давай. Нет, нет, ты давай. Что? Нет, нет, не надо, ну отпусти. Нет. Ну пожалуйста, что ладно, ну, не давай, надо, давай. Нас могут увидеть. Тихо. Возвращайся. Тебя начальство ждет. С добрым утром. Максим, мне нужно с тобой поговорить. Извини, но я тороплюсь. Ты можешь подождать до моего возвращения? Даже немножко дольше. Ну ладно, если в двух словах. О чем ты хотел поговорить? О деньгах. Ирочка, я же недавно дал тебе крупную сумму. А я их потратила. Ира, если ты не умеешься, я перестану давать тебе наличные, понятно? Тебе что, жалко денег для любимой жены? Нет, не в этом дело. Просто я тебя уже не контролирую. Ирочка, я тебя очень прошу, перестань пить. Эта дрянь тебя скоро в старуху превратит. Все, извини, мне пора. Тоже мне проповедник. Сам чистый, что ли? Ты что, думаешь, я не вижу, как ты смотришь на эту няню? Да что за бред ты несешь? Откуда у тебя эти дурацкие фантазии? Ира, я тебя очень прошу. Возьми себя в руки, будь благоразумным. У меня так проблем по горло. Все, пока. Вечером поговорим. Ты как ты могла такое сделать? Я проверял. У тебя что, мозгов совсем нет? Я давала совершенно другой текст. Куда ты смотрел? Максим Александрович. Кто у него? Татьяна Ивановна. Максим Александрович, я не виновата. Вы руководитель рекламного отдела. Вы должны были лично все проконтролировать. Как вы могли допустить такое? Заходи, заходи. Почему шумим? Что произошло? Да ты представить себе не можешь. Я 2 месяца готовился к этой сделке, а эта дура опубликовала все подробности в газете. Рекламу дала. Да я проверяла, я давала совершенно другой текст. Своими действиями вы нанесли огромный ущерб фирме. И вам его придется компенсировать. С этой минуты вы здесь не работаете. Максим Александрович, выслушайте меня. Вон из моего кабинета! Татьяна Ивановна. Я не понимаю, почему вы меня даже выслушать не хотите. Татьяна Ивановна. Да, Олег Борисович, я отправляла совершенно сказали. Другой пойдемте. Текст. Вам все сказали, пойдемте. Вот Олег Борисович вас и выслушает. Олег Борисович, ну поймите. Мы во всем разберемся.
Здравствуйте. А ты что, глухонемой? Живешь у меня, будь добр, здороваться. Илья, иди поздоровайся. Ну? Чего ты молчишь, я тебя спрашиваю? Чего ты молчишь? Мне не больно! Вы делаете ему больно! Как ты смеешь мне указывать? Ты сейчас же соберешь все свои манатки и уберешься отсюда! Меня нанял Максим Александрович. Он меня и уволит, если посчитает нужным. Да как ты... Как ты смеешь со мной так разговаривать? Я оскорбление терпеть не намерена. Илью я в обиду не дам. Если вы еще раз себе позволите такую унизительную сцену... Ты мне ответишь. Ты мне ответишь. Не расстраивайся. Не расстраивайся. Время лечит, все забудется. Почему она набрасывается, противная? Я же ничего плохого не сделала, а она набросилась. Не переживай. Просто ей не понравилось, что ты с ней не поздоровался. А если я не хочу с ней здороваться? Я что, не человек? Почему я должен делать то, чего не желаю? Так принято. 8 лет проработать в нашей фирме. Вырасти до начальника отдела и такую свинью нам кинуть, а? Представляешь? И что, теперь ничего нельзя сделать? Надо подумать. Одно ясно. Контракт мы уже профукали. Мне только что звонили наши клиенты. Товар-то мы уже заказали. Правда, вот платить за него теперь нечем. А с ней что делать? У нее точно таких денег нет. Да это понятно, это я так погорячился. Каждый раз какой-нибудь сюрприз. Черт. Короче, деньги нужны. И деньги немалые. 300 штук баксов. А где я их возьму? У меня есть люди, которые могут помочь. Но нужны гарантии. Какие гарантии? Я боюсь, тебе не очень понравится мое предложение. Ну давай, не тяни. Можно продать часть акций нашей фирмы. Да, заманчивое предложение. Ничего не скажешь. Я тебя понимаю. Но у тебя есть другие варианты. Ладно. Звони своим людям. Знаешь, я когда-то очень сильно хотела ребенка. А когда забеременела, я избавилась от него. Врачи сказали, что я больше никогда не смогу иметь детей. Я никогда, знаешь, никогда себе не прощу, что его послушала. Аппарат вызываемого абонента выключен или находится вне зоны действия сети. The mobile phone is switched off or outside the coverage area. Он всегда смотрел на меня, как на куклу. Ты сама сделала свой выбор. Когда мы с Максом за тобой ухаживали, ты выбрала его,
Это тебя успокоит. Что это? Расписка, что ты получил деньги. Не возражаете, если я к вам присоединюсь? Конечно, нет. Это же ваш дом. Скажите, а зачем вам лист бумаги? Вы что, письмо бабушке будете писать? Нет. Илье задали задание, он вот шустро сделал, дал мне, а я думаю. Вы, значит, не такая шустрая. Хотите сами попробовать? Ну, давайте. В чем задача? Надо придумать такое слово, которое бы читалось справа налево, слева направо, в каждом столбце и в каждой строчке. Да не вопрос. Вы знаете, Кать, шустрость — это наша семейная черта. Я заметила. У вас очень красивые глаза, Кать. Вы что, уходите? Неужели я вас обидел? Нет, что вы. Мне было очень приятно с вами. Что? Решай задачу. Спокойной ночи. Можно. Ну что ж ты бродишь, в то время, когда давно пора спать? У меня бессонница. Да что ты? Всякое в голову лезет. Вот когда тебе будет 70 лет, тогда мы будем обсуждать твою бессонницу. А пока можно баранов посчитать. Да я уже до 20 тысяч досчитался. А что у тебя за блокнот? Я тебе расскажу. Только для остальных это будет пока секрет. Договорились? Угу. Я пишу книгу. Пишу книгу, а в блокноте делаю заметки, чтобы не забыть то, что приходит в голову. Здорово. А про что книга? Про одного мальчика и его няню. Это про нас с тобой? Ну, примерно. Только живут они в другом городе и зовут их по-другому. Значит, ты не няня? А писательница? Точно. Ладно, пошли. Будем избавляться от бессонницы.
тебя совсем совести нет? Приходишь черт знает во сколько. Ты опять пила? Ты где была? В баре. С подругами. Девичник у нас был. А что, нельзя? Ты меня извини, конечно, но я хочу спать. Эй, я соскучилась. Я что? Уже не интересую тебя как женщина? Интересуешь. Но только не сейчас. Спокойной ночи. Я сегодня искала свои сережки. Такие, с бриллиантами. Тебе они случайно на глаза не попадались? Давай поищем завтра, а? Я тебя очень прошу, ложись спать.